Harper ADVB-2128 – уличная активная антенна для приема аналогового и цифрового телевизионного сигнала. Предмет сегодняшней распаковки поставляется в картонной упаковке с красочным дизайном. Внутри коробки найдем саму антенну, крепление, сетевой блок питания, переходник-инжектор питания и инструкцию. Посмотрим на саму антенну. Она имеет водозащищенный корпус, который изготовлен из металла и пластика и выполнен в плоской форме. Общие размеры 32 на 22 на 2 сантиметра. Вес чуть более 300 граммов. Снизу на корпусе выведено гнездо для подключения телевизионного кабеля. Также отметим, что данная модель имеет регулируемое крепление для установки на выносной вертикальной штанге. Теперь о технической части. Антенна работает в диапазонах UHF и VHF, а именно на частотах от 87,5 до 230 МГц и от 470 до 862 МГц. Коэффициент усиления в обоих диапазонах 30 дБ. Коэффициент шума 4,5 дБ. Выходное сопротивление составляет 75 Ом. Под конец отметим, что данная антенна является активной и для работы требует подачи питания. В комплекте идет специальный инжектор и блок питания, поэтому от покупателя потребуется приобрести лишь обычный телевизионный кабель.